Командный пункт управления сиренами. Объявлена готовность номер один. На часах 10:00. В Самарской области учебная тревога. Если вы слышите этот звук, самое время включить телевизор или радиоприемник. Так рекомендуют сотрудники МЧС. Утренний вой был учебным. Подобные проверки системы массового оповещения проводятся два раза в год. На этот раз сирены готовят к весеннему паводку. Проверка показала, многие ревуны нужно готовить к половодью, ремонтировать. Сейчас проверяли все вот по результатам проверки, то есть где были какие сбои, где были неисправности. То есть будет проведен комплекс мероприятий по устранению данных недостатков. В Самаре таких крикунов более сотни, по области почти 500. Многие сирены родом из советских времен и уже вышли из строя, что заставляет МЧС искать альтернативу. Есть такие районы, есть. Мы не можем, скажем так, в каждой деревне поставить электросирену, но проводятся мероприятия, понимаете, есть заключены договора вплоть до православной епархии, когда людей оповещают, если нет сирены, вплоть до набата колокольного. Следующую проверку системы массового оповещения в МЧС планируют провести летом. Комплексная техническая проверка региональных и местных систем оповещения окончена. Аппаратуру перевести в дежурный режим. Сообщение прошу подтвердить. Я Коломбина 592, местное время 10:25. Алексей Захаров, Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События.